что Айрат художник. Ну, какое-то время потеряла я его. А потом вот в интернете посмотрели выставка в Альметьевске «Арт-сабантуй». За него порадовались. Потом, значит, спасибо социальным сетям. В «Одноклассниках» увидела я работу вот по ягоды. Ага, и написала ему, что талантливых людей Родина должна знать. И он тут же откликнулся. Потом позвонила Наиля Ахметовна. Наиля Ахметовна мне дала его номер телефона, мы созвонились. Состоялась приятная беседа, и результат вот эта выставка. Каждая выставка в нашем музее – это праздник. Ну а сегодня праздник вдвойне, потому что он наш коренной бавлинский. И те, кто первый раз выставляется в Бавлах, они дальше достигают огромных успехов. Поэтому, Айрат, я тебе тоже желаю огромных-огромных успехов в творчестве, в искусстве. И очень надеемся, что ты нас будешь еще радовать выставками своими, работами своими. Мы будем за тобой следить. Спасибо всем, кто сегодня пришли, потому что вот истинные ценители искусства собираются здесь в музее. И как хорошо, что он у нас есть. Вот здесь мы знакомимся с такими талантливыми людьми, как Айрат. Большое тебе спасибо, Айрат. Спасибо большое. Желаю тебе тоже.